Как дошел ты до жизни эдакой? С кем попало вступаешь в контакты? Заболеешь болезнью редкою? Будешь дома сидеть, как дурак ты? В одночасье поймешь, ну надо же, что наполнен микробами едкими. Если раньше косился на барышень, то теперь на тумбу с таблетками. Неприятные, незнакомые ощущения ниже пояса. И огромные насекомые там гуляют и хороводятся.